Всем привет, с вами Вести на канале Кугу Шоу, меня зовут Виталий, и я приветствую вас на последнем выпуске 2020 года, и мы начинаем. А первая новость у нас от амичей, которые побывали на прошлых выходных на рыбалке. Как вы видите, по вот этой фотографии они остались безумно довольны своим уловом. А выловить они смогли огромнейшую щуку. Молодцы, красавцы, аплодисменты от нас, и оставили они это место в секрете. Ну, развести в паблике ВКонтакте фотографии, но, ну, как бы нехорошо раскрывать тайну, где они были, но поскольку это место является одним из моих любимых мест, вот, в общем, вот тут по подсказочке можно понять, где они были. Ну, а теперь переходим к серьезным новостям. И первая из них будет о том, что власти призывают не покупать черную икру без документов. Дело все в том, что в 2020 году, как и в 2019, идет огромная работа по поимки браконьеров и вообще как-то устранение всех этих нелегальных попыток вылова ценных пород рыб. Когда я занялся изучением этой новости, столкнулся с целой кучей, оказывается, отсылок. И там очень много интересного, что, оказывается, происходит в этом, ну, на этом поприще. Например, оказывается, в 2020 и 2019 годах был ограничен улов осетров из Каспийского бассейна, скажем так. И вот на 2021 год уже подписан 5 государствами, которые имеют выход к Каспийскому морю, договоренность о том, что вообще, как я понял, что промысел будет такой вот запрещен на 2021 год. И это еще не все. По-настоящему даже на Дальнем Востоке сейчас пытаются и стараются сделать так, чтобы уменьшить и ограничить, чтобы не вылавливать осетра из дикой природы. То есть черная икра, по сути дела, сейчас должна поступать не из вылова с диких мест, а из ферм, назовем так, рыболовеческих, рыбоформирующих, ну вы поняли, о чем я, вот именно из этих ферм. Кстати, мне подсказали, это называется рыбные хозяйства. Ну а теперь возвращаемся к новости. Так что в ней было описано? Описано следующее, что был пойман некий человек на Дальнем Востоке, которого на балконе лежало 200 пол-литровых банок с черной икрой. Он, конечно же, сказал, что купил это совершенно у незнакомого человека, просто, ну, грубо говоря, шел по улице, он такой: «Эй, мужик!» «Да, незнакомый мужик, я тебя слушаю». «Слушай, а не хочешь ли ты, незнакомый мужик, купить у меня 200 пол-литровых банок черной икры? Ну, просто перекусить на Новый год». «Вау, вот это в точку предложение, я как раз для этого и шел в магазин». «Хм, как удачно». Ну, вы поняли, то есть примерно, по его мнению, это должно вот так вот выглядеть. В общем, понятное дело, что сейчас возбуждено, слово какое классное, уголовное дело по этому вопросу, по вопросу браконьерства. Ну а почему статья гласит о том, чтобы не покупать рыбу без документов? Вы должны понимать, что когда вы отдаете деньги за подобный продукт, вы, по сути дела, оплатили, даже по-другому, вы заказали браконьерам эту работу. Не будет спроса, не будет и предложения. Что еще хочу добавить о этой новости? Сейчас, в данный момент, Росрыболовство зарабатывает целую систему новых технических указаний для тех, кто занимается черной икрой. Например, хотят обязать, чтобы на каждой упаковке указывалось не только, ну, что это икра, а откуда она бралась. Ну, то есть там какие-то есть маточные хозяйства, маточные стада. То есть чуть ли не с указанием это все, оказывается, зарегистрировано, и нужно будет указывать марку, номер, грубо говоря, смену и так далее, чтобы можно было увидеть, откуда это, ну и, соответственно, усилить, что ли, контроль за этим. Ну а наша следующая новость касается просто 100% всех рыбаков. И это настолько важно, что я сейчас просто рекомендую всем сделать погромче, глаза повнимательнее, уши повнимательнее и глаза повнимательнее. Ну вы поняли, то есть очень внимательно слушаем. Ситуация вот о чем. Отсутствие знака «водоохранная зона» не освобождает от ответственности. Это так звучит статья, о которой мы поговорим. Но это будет первая статья к нашему рассуждению. Давайте сейчас немножко о ней. Что здесь произошло? Произошло следующее, что в республике Дагестан водитель «Лады Калина» подъехал к водоохранной зоне, ну, по сути дела, к воде, на 6 метров. Ну и, соответственно, сотрудники Росрыболовства его наказали, оштрафовали на 3000 рублей, с чем он был не согласен, и они начали в судебном порядке решать. Свою защиту водитель Калины строил на том, что именно на этом месте знака «водоохранная зона» не было. И, соответственно, он, как говорится, что не запрещено, то разрешено. Но все-таки Росрыболовство смогло доказать обратное, потому что у нас, оказывается, прописано уже, ну, в законе, что, допустим, морская водоохранная зона – это 500 метров, а речная, озерная – 200 метров. И не волнует, есть там знак или нет знака, приехал, ты уже, соответственно, должен соблюдать данные требования.
И вот об этом я хотел поговорить. Ведь в принципе, ну не знаю, лично меня вот этот закон просто прямо бесит. Потому что вот 200 метров от берега, это что? Это для чего? Они говорят, что это типа, чтобы горючие смазочные материалы не попадали в воду. Но вы знаете, мне кажется, тот человек, который просто готов подъехать к воде и там сливать масло с двигателя, блин, ну это насколько нужно быть, извините, в голове таким вот, мне кажется, его сейчас эти знаки нисколько не останавливают. А это к чему? А к тому, что, мне кажется, это прям бредовое правило. Это, знаете, мне напоминает, я читал как-то в истории об этом, что в Китае в какое-то время, там, при императоре Цзинь, Мынь, была такая система, при которой все абсолютно граждане страны были нарушителями. Ну, то есть законы составлялись так, что каждый так или иначе вставал и был нарушителем. Сделано это было для того, чтобы можно было в любой момент любого человека наказать. Вот этот закон о водоохранной зоне именно таков. Можно просто всегда, хочешь подзаработать, ну, если ты там вот контролирующий этот орган, представитель этого органа, езжай по берегу, ну, 200 метров никто не выполняет. И причина здесь вполне обоснованная, потому что оставить машину где-то за лесом, фиг пойми где, где ты тут с детьми отдыхаешь, без присмотра, это же, ну как, это невозможно. Мое предложение, это вернуть, как было когда-то, когда было 50 метров. Вот вы знаете, это правило нормальное. 50 метров действительно можно машину подъехать, выгрузить вещи и отогнать на 50 метров, потому что она будет в удалении как-то прямой видимости. Ну то есть вот вы будете видеть этот автомобиль. Пройтись 50 метров совершенно несложно, нормально, и контроль за машиной будет достойным. То есть это правило, которое можно соблюдать, которое можно эти условия принимать. И за это можно наказывать, если люди это не делают. Но вот то, что сейчас происходит, это, конечно, фигня. И то, что там в Дагестане смогли доказать и обвинить этого человека, это очень печально. Конечно, мне не хотелось к Новому году расстраивать вас подобными новостями, поэтому самую хорошую я приберег наконец. И она будет как раз об водоохранной зоне. И что мы теперь видим? А видим мы следующее, что водоохранная зона и ее правила, по сути, противоречат правилам дорожного движения. Ну, например, банально, вот я вам скажу про Омск, но и в любых городах подобное есть. У нас есть Иртышская набережная, которая проходит не то что в 200, а там в 20 метрах от реки. Но при этом ведь никого не наказывают, кто ездит по ней или паркуется. Дело все в том, что ездить по твердому покрытию или, кстати, по грунтовым дорогам автомобилист имеет право и парковаться на обочине этой дороги в том числе. Ну а теперь я вам напомню. Сколько раз вы сталкивались с тем, что выезжаешь с полей по какой-то полевой дорожке и там стоит знак «Уступи дорогу»? Дело все в том, что это не просто дорожникам так классно ставить везде знаки, а дело в том, что эта дорога тоже считается дорогой. Поэтому если такая дорога проложена к водоему или проходит рядом с ним, вы спокойно можете оставлять там свой автомобиль. Потому что, повторюсь, вы имеете право там двигаться и имеете право там останавливаться и парковаться. И никаких проблем с этим нету. Ну и от себя лично хочу также поздравить с наступающим Новым годом, пожелать счастья, удачи и главное встретить его классный, суперский. Но больше пожеланий делать не буду, потому что мы готовим с командой Кукушоу поздравления для вас. Классным сюжетиком, чтобы вспомнить наши истоки, как ровно почти год назад, 11 января, мы начали наш канал. И в принципе наше начало, оно было в основном об таких художественных, смешных роликах. Ну то есть попробуем сделать что-то подобное, что-то прикольное для того, чтобы вам поднять настроение 31 декабря. Так что 31 декабря ждем. Должно быть легко и со вкусом. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Не забываем подписываться. Кстати, в последнее время подписываться стали люди больше. Мне это так приятно просто. Это заряжает энергией, хочется работать в два раза больше. Так вот, подписываемся, остаемся на канале и, товарищи, с наступающим. Всем пока!